Потому что нет такого понятия, как оскорбление чувств верующих, если ты верующий на самом деле. Христа все пинали, потом распяли. Это было оскорбление чувств верующих. Так, нам Христос учит жить по образу и подобию своему. Если тебя пинают и поносим, и поругаем, так это значит, ты Богу угоден. Значит, правильная дорога идет, товарищи.